Два человека пострадали в результате ДТП сегодня днем на улице Мазита Гафури. Там столкнулись «Лада» 13-й модели и «Лада Ларгус». Оба водителя ехали в одном направлении в сторону улицы Зайцева. 13-я двигалась по левой полосе, «Ларгус» по правой. В какой-то момент водитель последний резко поворачивает налево, желая, видимо, заехать во двор, и таранит второго участника ДТП. Оба водителя получили различные травмы, однако вероятному виновнику происшествия досталось больше всего. Его, по предварительным данным, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.